Всем салют, ребята, очень давно не виделись, не слышались. И вот я долго думал, классические вот влоги, ну, тяжело уже их снимать. Где-то хочется, знаешь, в моменте посидеть на скамейке, сложа руки. Где-то вот просто насладиться эмоциями. Я понимаю, что не могу всегда уловить, поэтому сегодня берем оператора. И сегодня будет, ну, а-ля влог, а-ля микрофон, ну, на банке, будем честны. Поэтому обязательно все вам покажем, просто в новом формате. Вот до старта лайк нажимаешь, подписочку, если не подписан, и какой-нибудь приятный коммент. Ну, а мы уже собрались в авиапарке и готовы двигать на стадион. Погнали! А Биг Сэн сегодня не десятикратным хочет стать? Хотелось бы. У меня это Гуччи? Гуччи? Да, пешник. Здорово. Пешник, чтобы Гуччи носить. Наконец-то доехали. Заходим в этот раз с нормального входа, приятный такой. И тут куча всяких трибун. Что хотел сказать, кучу вещей везу. Вот здесь бутсы, в рюкзаке куча всяких маек, которые сегодня вот обязательно все распишутся, и они полетят на трибунки. Мне кажется, это вот должно быть вам очень приятно. Взял форму сегодня? Не взял форму, даже бутсы? По-доброму завидую, но при этом поворотом как будто хочется, брат, попинать. Как будто что хочется бить мимо, и чтобы трибунки мячик этот подавали. Нет такого? Теперь жалею, что не взял. Смак. Ну вот я говорю, в тот раз была ужасная погода, какой-то дождь, холодно. Мы в куртках вышли, вот так вот 5-10 минут постояли, потряслись. Сейчас шикарная летняя погода, такой вечерок приятный. Наконец-то жары, духоты нет. И вот можно подышать хотя бы. Ну, Адрюш, хочешь сегодня выскочить? Конечно, хочется, что угорать, я вышел только на один тайм. Ну, а насколько, ладно, а насколько готовность? Готов? Я вообще помню. Вот опять, типа, понял, что-то, не дай бог, прилетает срочно на булетальце. Я тогда готов был, я просто, на мне гетры не были надеты. Так да, кстати, да, когда вот Сыч забивал Титану, Викторович подумал, что все, да, шума подбегает, говорит. Подбегает шума в своих вот этих кроксах. На меня так смотрит, говорит, не одевайся. Я такой смотрю на него, окей, не одеваюсь. Вижу, что Сыч встал, я успокоился. А так был полностью спокойно готов к булиту. Бля, ну надеюсь, сегодня реально все в основное время закончится, мы просто... А я не буду говорить лишним. Доехали мы опять до финала, в который раз. Начну так издалека, с Казахстана. Все, что там случилось, я думаю, что в какой-то мере пошло нам на пользу. Мы все переосмыслили, все переругались, перемирились, расставили все акценты. И мы были темной лошадкой. Все нас что сказали? Империя все рушится. Все, она рушится, и будут перемены, будет смена состава, все. Мы где? Мы сейчас здесь. Потому что благодаря всем нам мы вышли из этой ситуации как настоящие профессионалы. И в этой ситуации все молодцы. Хочется всех поблагодарить, президентов, вас, пацаны, болельщиков. Еще раз спасибо тем, даже кто не играет, кто мало играет. Вы молодцы, вы поддерживаете. Нам остался шаг один, ребят. Поэтому я вас прошу очень ответственно отнестись. Так же, как и было на играх с Амкалом, с Титаном. Вы что, думаете, все просто? Нет. Все верили, все до последней секунды, что мы выиграем. Верить друг в друга и работать на поле. Не останавливаться, не останавливаться. Устал, сел, подышал и опять пошел. Я вас прошу, на полных скоростях все делать, особенно в атаке. Помогать, удваивать отбор. В отбор идти, как мужики. Не жалеем никого, но думайте, красные карточки нам не нужны, ребят. Не надо никого провоцировать, не лететь, добегать, не катиться, добегать. Все время добегать. Давайте, удачи. Мамину речь услышали, прямо вот у всех глазки загорелись. А сейчас я хочу, чтобы вы вот на паузу поставили и в комментах написали ваше мнение. Стоит ли мне приодеваться и одевать вот игровую форму, либо остаться так? Вот прям вот я потом почитаю с удовольствием. А пока буду принимать решение. Я принял за себя, переодевайся.
что, на поле наконец-то. Все-таки вот кто писал, что не надо переодеваться? Ну, извините. Я это сделал. Потому что я это заставил. Сейчас пасу. Нет, не снимаю. Вопрос от Алекса Месси. Что-то снимаешь? Ну да, может, просто микрофон у Арчи снимаешь. Не, я микрофон у самого себя. Микрофон на банке. Как тебе рубрика? Открыл бы такой видос? Нет. НТВ снимаю. Да он угорает стоит. Ну потому что он сам был, когда я говорю, брат, надо снять ли НТВ? Да какой НТВ? Ставлю, что хочешь. НТВ? Куртки, нахуй. Неделя у него уже отклеивается. Это вот к вопросу об отношении. Это вопрос о качестве, не? Нет, ни у кого не отклеился. Я стирал уже 10 раз. Когда играли с ЦСКА, настолько вот мы долго, ну, много времени провели, и я только сейчас вгляделся, что условно там кресло с подогревом, вот такие мелочи. Вот тогда, блядь, я просто вспоминаю, что фокус вообще весь был только на поле и на то, как все выходят. Я вообще по сторонам тогда не смотрел. Ну, плюс фанатская трибуна у них. Посмотрим, как Броуки забьют. Но очень хотелось бы, чтобы было что-то похожее. Потому что я говорю, тогда, пацаны, ну, одно дело трансляшки смотри, другое, но ты выходишь на поле, ты вот тебе с двух сторон вот такая 3D-звук, и у тебя просто голова кругом идет. Надо чуть мячишку поминать, ну, не зря ж бутсы надел. Наталу. Ой, она очень высоко была, братан. Она очень высоко была, клянусь, она очень высоко была. Вроде дожди обещали, а дождем не пахнет, духота страшная. Идан, ох, ё в одну. А чё ты бегаешь, как просто конь гордый? В моё время никто не активировался. Фро, можешь хоть ты по передачке, а вы делаете? Так и назову видос, никто не хочет разминаться с Вагой. Клянусь, кстати, вот что самое забавное, это впервые. Мы обычно встаем с кем-нибудь, ну вот 100% встаем и просто передачки дальнем. Может, Коша Бальдыч? Опа. Уточнишь, была. И такое бывает, за что ребятам реально спасибо огромное. Я просто всех обожаю. Вот просто с ничего. Это любовь. И она очень взаимная. Видел, чел набил татуху с сычом. Он приезжает, его сыч привез. Он такой, пацаны, для вас подарок. А там ебал, ебал. Чё ты кринж? Ты меня сейчас Бики назвал? Куртку еще, куртку. Да ему, бля, привычно, блядь. Это от дождя. От дождя там духота. От дождя не будет. Там душно. А даже если будет, какая тебе разница? Ты под навесом. Ты под навесом. Отъеби меня. Зато дождь или Эйтона бедного. И что, камера? Ах ты сука, тварь. Ой. Я тебе чё, сипсканом, блядь? Строй, нахуй. Строй стал. Бэйб, да. Бля, главное яйца закрыть. Конечно. Тут только это опасно. Тут уже какой-то GTA-шечка пошла. Зажали в углу, бля, балосы. Слышь, а когда гау на треке будет, блядь? Ой, блядь. Не поймает, не поймает. Вот там, сердечки ловит. Тут чел играется. Тише. Беги, а не хочешь кое-что анонсировать? Готовится интересная рубрика. Очень интересная рубрика, где я буду в главной роли. И не только он, еще один маленький черный человечек. Сам, одно из самых медийных до медийного футбола. Так что ждите, скоро мы сделаем красоту. И у Давыдова, и Мазур подает. Навес, кстати, очень опасный. Будет второй угловой уже с другой стороны. Бля, на первых минутах, ну, нельзя. Ну, не имеешь права ты.
Я надеюсь, что запросили. Ну чё, эй, чё, эй, ребята, блядь. Да не, не травите, блядь, не травите. Ну, оба человека используют руки, да. Мяч уже как бы, ну, оба используют. Нормальная борьба, начало игры. Ну, мы играем в футбол. Давай, Лука, блядь. Лука, блядь, просто жопой подыграл. Слуцкий, блядь, разувает их. Твою налево, блядь. Дави, дави, гада, блядь, дави его. Здорово. Бля, ну уже приятно, что трибунка завелась вот с полумомента. Вот и опять два игрока у мяча. Все пока с подачи Сычев выходит, выбивает мяч. Здесь борьба, скидка под удар. И мяч летит мимо. Вот это самое, сука, неприятное, клянусь. Эти угловые, блядь. Да пиздец. Крути, Гудайчик, крути. Да, Логу, Ложа. Тащи, блядь. Скоро, Ложа, Слуцкий. Сам. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, вот он, медийный, блядь, футбол. Да ну не может быть, братан, Макс дома наконец-то. Это вот реально, можешь сказать, его родной дом. Давай, начос! Бля, ну и сразу начо врывается. Если Макс не может продолжить. Че ты как, бро? Это где у тебя нога поехала? Не, вот тут в центре, я понял, принимал. Да, и она у меня опять ушла туда. Ну, бля. На Чита столько вышел, сразу в рубку решил вступить. Маныч, беги газам, блядь, давай, ты догонишь, блядь! Догнал! Да, блядь! Точка, блядь! Точка, блядь! Точка, нахуй! Точка, блядь! Ультрамедленный повтор. Да, не касается Антон игрока. Формируешься, естественно. Почему я вот не удивлен, бля? Никогда не может что-то спокойно произойти, то, что должно спокойно произойти. Чего ему для пенки не хватило? Не, что, блядь, не ногу раздавили? Контакта такого. Там он же его типа под колено. Вот, там было, вот знаешь, какой-то вот, ну, блядь, ну это пиздец. Не, я имею в виду вот на этом уровне, вот тут. А он не попал, там не ударил. Ну ладно, бля, в этом плане согласен. Согласен. Для финала таких легких не должно быть. Что-то должно быть действительно серьезное. Один, ладно. Один. Да, блядь, первым, блядь. Это не уверенность. Ты не понимаешь? Принимай, играй, блядь. Вадик за спину. Выше! Выход! Гол. Ну там, бля, всех пролетает. Да, слово плохо подал, но всех, бля, пролетел. Ну, бля, я не понимаю это. Старичок. Че? У нас тебе есть вопросы. Какие? Ты какие ко мне могут быть вопросы? Заделался дизайнером одежды. Есть я им давно уже был. Два дропа было. Это вот третий такой братский, который раздать хотелось. Вы просто так бегаете без мяча. Ну, блядь, мяч доставляйте. Да не спешите вы. Не надо его таскать. Посмотрите, у вас передачи какие. В живот, блядь. Ну спокойно, ну получил, корпус поставил, построился, отыгрался еще раз. Мяч ходит, и вы видите туда. Ну блять, ну ребят, ну это стыдобище, ну вы что делаете? Мы не можем два паса друг другу сделать. Ну постраивайтесь, смещайтесь здесь, сыграйте, переведите, разверните. Ну что вы делаете? Давайте мяч заберите. Гау! Да, да! Эй, блядь! Еще шире, слон! Саша, отскакивай! Слон, шире! Слон, шире сейчас! Нет! Блядь, ну что он играет, блядь? Саша, он закрылся! Опасная атака, это Данилин! Данилин по флангу убегает, его встречают удар, Сычев убивает! Бля, ну вот как они вдвоем там, бля, остались против, блядь, 2-2, блядь. Просто хуйнул туда. И ясен хуй отскок, блядь, нападающему, блядь. А кто выбегал? Подай, право. Иди, мать, хотел. Прям, блядь. Лови мяч, ёпта, он в руки тебе летит.
Лови, искать логику в этом голе, то она самая прямая. Чем отмерят роты? Они идут вперед, прошляком. Бьет по воротам, и мяч летит рядом. Блять, ну прошивка, блять. Да, блять, ну на опережение, ну, блять, сыграй, ебаный в рот. Ну почему они не бегут? Ну а чё вот они ждут, блядь, чтоб бошку, блядь? Эй! Эй! Хорош, слон, давай, давай! Подубился Вайт вообще, блядь, такой. Было хихихаха, расслаб. Ну не хихихаха, это я так. На банке было хихихаха у тех, кто не играет. А у игроков такое, ну... Чувствовалась какая-то уверенность. Я вот подходил с парнями, общался, но вот уверенность присутствует. Но вот сейчас я перестаю ее чувствовать. Иди, Курза! Бля, вставай, вставай, браво, молодец! Вози его, вози! Один лок, хорошо. Ну, Курза! Ой, блядь, слон! Я говорил, голым пахнет, ну, чтоб все мимо, рядом. Если бы у меня было в команде, когда я играл, ебал в раздевалке разбили, прям в душу. На то, что, блядь, делает один или еще кто-то, не тон. А вы друг другу... Слова не можете сказать на поле. Вы кому-нибудь напихали? Все, охуенно, все нормально. Только мы 0-1 горим. Если вы не хотите играть в футбол, давайте бить и бороться. У нас осталось 25 минут чистого времени. Ребятки, напрягитесь, пожалуйста. Мы вас просим. И у вас сразу начнут появляться здесь ситуации, поверьте. Но не бойтесь вы играть в футбол. Встаньте вы в треугольнике и начните чуть-чуть мяч этот двигать. Мы же боимся в середину, а дальше сейчас потеряем всю пи***. Если вы мяч не будете в штрафную доставлять, как вы забьете? Объясните. Ну туда надо доставить мяч. Ладно. Это все бесполезно. Ты вчера на игры стандартный подходишь и бьешь вратарю. Пусть они стоят в штрафную, а ты бей им в руки вратарю. Нахуй мы туда подходим, чтобы ты в руки ударил. Давай. Давай, парни, давай! Сейчас опасно было. Просто пи***ц. Давай, Маныч! Да блин! Ай! Сука! Ну ебаный в рот, блин, все по канонам. Черпака на дальнюю, ну замкните вы уже, блин, пацаны, ну. Левым флангом. Броуков проходит. Это может быть опасно. Удар, тычок опять перед собой. Гол! 2-0! Сами себе сейчас. 13 минут, пацаны. 13 минут. Я отказываюсь верить, что пацаны сейчас опустят руки и просто вот, ну, продолжат играть непонятно. Супер тяжело, но вот я говорю, мне не нравится, что, ребята, какой бы счет ни был, нельзя сидеть, блядь, что-то ждать чего-то. Все равно должны заряжать. Болельщики приходят не смотреть за тем, что как ты сидишь на скамейке и ничего не делаешь. Но это мое мнение. Да там, знаешь, иногда нужно очень сильно упасть, чтобы потом опять подняться. И как раз таки это наше падение. Но мы еще встанем. Очень больно, безумно, прям вот 10 ножевых ранений, но все не так. Надо сказать спасибо болельщикам, извиниться прежде всего. Я считаю, это надо сделать каждому игроку на поле. Ну и поблагодарить соперника за игру. Ну, а у меня пока, у меня больше слов нет. В прошлом сезоне намного обиднее проиграли этот кубок,
и остались команды и сказали, мы хотим его выиграть и сделаем все для этого. Поэтому, парни, все зависит от вас теперь. Готов ли каждый из вас теперь дальше пройти в очередной раз и путь, только в конце сделать все так, чтобы этот кубок оказался у нас. Все зависит от вас. Я бы насчет этого думал. Не об игре, потому что здесь уже ничего не изменить. Здесь надо смотреть будущее. Кто на что готов, ради коллектива, ради команды, определиться в себе. И те, кто готовы, будем работать, чтобы выигрывать. И все. Я уверен, каждый из вас с духом победителя. Но такие дни бывают. К сожалению, видимо, они больше хотели. Поэтому, что, я вам похлопаю, вы молодцы. Но эту эмоцию надо запомнить уже второй раз. И в следующий раз за эту боль, которую мы причиняем друг другу, близким, надо выходить, умирать, чтобы мы хотя бы вышли уже оттуда. Понимаем, что мы отдали всего себя. Что ж, как-то так сложно заканчивать видос максимально, реально. Вот один из немногих разов, когда я прям вообще не подберу слова, но вам в любом случае спасибо за просмотр, ребята. По-любому буду делать кучу работ над ошибками. Сейчас будет очень плотные дни, потому что еще Кубок России, и всем надо просто этот негатив забыть. Поэтому я, не знаю, готов весь негатив этот от вас питать, но чтобы на пацанов это вообще не ложилось. Поэтому еще раз спасибо за просмотр, буду рад лайку. Подписки тем, кто не подписан, и помните комментарии. Поэтому до новых встреч.